Защита Отечества – это священный долг каждого гражданина. Вот уже 3 года в Макасском районе в ряды армии в весенний и осенний призыв отправляются по 50 солдатов в год, что повышает активность молодых людей. Недавно воинские части Национальной гвардии в городе Алматы с района отправились 5 солдат. В Досорском доме культуры организовали торжественные проводы призывников. На концерте присутствовали ветераны, руководители местных исполнительных органов, сотрудники воинской части и жители района. Аксакалы аула дали свое благословение молодежи. Начальник районного отдела по делам обороны Ертуган Амиров пожелал доброго пути молодым солдатам. Жалпы ауданға берілген жүктеме саны 50 азамат болатын, 50 азаматтың бүгінгі таңда. Первоначально общее количество граждан было 50, из них 46 пополнили ряды армии. Оставаясь верным своим обещаниям, желаем им вернуться на родину целыми и невредимыми.